Джон Куркер и Томас Смит. Машина смерти. Очень опасная машина. Она всех убивает. Она убивает всех абсолютно. Она давит. Вот так вот, примерно. Сейчас где там кто-нибудь есть? Она всегда это убивает. Сейчас, мы идем кого-нибудь. Она убьет. О! О! Ты что делал? О, блядь! Там был мой личный водолаз. Смотри, сзади таксист. Ну сейчас все. Смотри. А, я его все родил. Сейчас он будет выезжать. Типа мы такие. Машина смерти. Она давит всех беспощадно. Она убивает. Ой. Ой, я красочный еще. Извиняюсь. Он сейчас стреляет на поезд. Побежал. Он что, хочет с кулаками меня убить? Он типа, знаешь, такой качок. Во-во-во! На! Где же зеленая зона, он не сможет нас стрелять. Да вообще пофиг. Ниже поезд. Ничего не могу сделать. О, баллов. Почему Роман Романов? Потому что по идее такой ник нельзя, или можно? Помнишь, как мы его вчера сбивали? Он таксистом еще был на другой такой машине. А-а-а. Он ехал. Вот, ну. Ну все. Почему, блядь? О, ёп! Чувствуешь? Что это, ёп? О, ёп! Чувствуешь? Что это, ёпт? Это чё было? Это чё было такое, Андрюха? Это чё? Это чё такое? О, братка. Стоять! Варяк. Это чё было? Это как нас так херануло-то со всей дури-то? Всё, хэрэ, не надо над ним издеваться. Я его сейчас буду задобывать. Говнотарет. Подожди. Блин, чё за... Да ё-моё, меня бесит. А я врезался. У меня, прикинь, у меня два раза античит сработал. Если были бы мы сейчас так сбили, так смачно было бы. Боковину бы его врезались. Ким на фуре подъезжает. О! Тихо-тихо, это копы! Кто они такие? Ой, ты куда вообще поехал-то? Едь прямо. Я, пожалуй, встану вот тут вот. Блин, ах ты. Сучка обоссанная. Вот, Андрюха, я же говорю, блин, надо быть... У них за деньги... Вот тот чел и есть. У них за... Баран тупорили, чему водите не в МИИ. Як, это украинец. Чему водите не в МИИ, як ти тоби...